Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Михаил Шакин, автор блога Shakin.ru. Сегодня я расскажу вам о нескольких удобных способах проверки индексации страницы в поисковиках. Этот урок я сделаю таким неподготовленным, без предварительного написания текста, так что не серчайте, если что. Недавно я перешел на браузер Google Chrome, буквально сегодняшним утром, и нашел уже несколько плагинов удобных, которые позволяют проверить индексацию той или иной страницы в поисковиках. Первое расширение RDS Bar. Его можно скачать с этой страницы. В статье я приведу ссылки на нее. Устанавливаем и скачиваем. И проверять очень удобно. Нажимаем на RDS Bar. И здесь будет в строке индексация этой страницы в Яндексе показана, дата последней индексации и также индексация страницы в Гугле. Очень удобно. Второе расширение — это SEO Button by Terry. Русскоязычная разработка. И для проверки мы просто кликаем на кнопки, и здесь можно проверить наличие страницы в индексе Яндекса, а также кэш страницы в Гугле. Очень удобно. Следующий вариант — это Bookmarklet. Для установки Bookmarklet это будет по сути кнопка для проверки индексации страниц в Яндексе. Нажимаем на гаечный ключ, затем жмем на инструменты и отображаем панель закладок. Перетаскиваем кнопку Button на страницу закладок. Потом переходим на нужную нам страницу и жмем ее. И она нам покажет: вот страничка в индексе. Возвращаемся обратно. Эту кнопку можно переименовать. Жмем по ней правой мышкой. Изменить. И называть ее можно индекс. Индекс. Жмем. Вот она у нас так нажимается. Чтобы панель закладок все время не отображать, она не занимала места, можно ее скрыть. Опять же, убрав галочку «Показывать панель закладок». Если вам нужно проверить несколько страниц, допустим, вы купили несколько статей или ссылок, и вам нужно их проверить на индексацию в Гугле и Яндексе, для этого нужно воспользоваться программой YCCY. Отличная бесплатная программа. Вот ее адрес сайта. Идем и скачиваем. После того, как вы ее скачали, вот здесь у меня список страничек просто для теста. Запускаем программу YCCY, нажимаем кнопку «Индексатор» и в левом окне вставляем список наших страниц. Затем у нас отмечена по умолчанию поисковая система Яндекс, и будем проверять индексированность. После этого нажимаем «Проверку». Вот у нас уже видно, что пошла проверка. В этом окне будет отображаться наличие страницы в индексе Яндекса. Вот одна уже появилась. А в следующем окне будет показано, какие страницы в индекс не попали. Аналогично, если переставить кнопочку Google, можно будет проверить индексацию ее, вернее, вашего списка страниц в Google. Вот у нас индексация, вернее, проверка закончена. И полученные данные можно сохранить или просто поместить в текстовый файлик, а можно также удалить, очистить. Это были несколько способов проверки наличие страниц в индексе. Можно также делать вот таким запросом в Яндексе. Но, на мой взгляд, такой код как бы неудобен, и гораздо удобнее пользоваться двумя расширениями, которые я вам показал, Bookmarklet. А для массовой проверки страниц на индексацию можно воспользоваться программой YCCY. С вами был Михаил Шакин. Спасибо за внимание.